Всем привет, ребят! Сегодня с нами игрок Lone Wolf 1. Играет он на танке Ликан. Довольно неплохой танчик. КД, в принципе, у него не такое долгое, а урон приличный. Про броню я вообще молчу, когда я его встречаю в рандоме, это нечто. Ну вот именно на седьмых, на шестых уровнях, да даже, в принципе, и на восьмых. Броня у него реально четенькая, да и выглядит он, в принципе, прикольненько. Да, конечно, мне вот на самом деле не нравится, что в Близ добавили всякие такие танки, индикаторы, триканы, магички. Но в принципе игре нужно развитие и что-то нужно добавлять помимо доната, правильно, да? В принципе, они тоже и донатские, есть ивентные танки, правильно? Вот тут вот, отстреливают по Тигру П. Тигру П тоже, кстати, неплохой танчик, я вам сейчас прохожу. Поехал он, можно сказать, на СТ-позицию, да, в принципе, это... Нет, это не центр, но, в принципе, СТ-позиция, да. Здесь, в принципе, все враги практически, большинство из них, да, будет он у нас продвигаться вперед. Хочет отстрелять гуська. Гуська выезжает. Отстреливает его 387, уже в копилке 1131. Хотя, КД 10 секунд, в принципе, я думаю, ему бы... перезарядку, да, адреналинчик бы, чтобы было лучше, да, за место огнетушителя. Хотя я не знаю, может он горит часто. Отстрелит он еще тычку. По нему отстреливается. Чито, я вроде как. Не обратил на это внимание, вроде чито урон, да, чито. Забирает он чито. Японский танчик. По нему отстреливает Тигр П. Тут надо продвигаться дальше и помогать. Мы, в принципе, уже остались втроем против шестерых. Это уже как бы беда. Беда, турбослипчик у нас тут замечается. Отстреливает по гусю. Тайп 64 отстреливает по нему. Пробивает, кстати, спокойно, странно. Вот. Просто кто знает, тот пробивает. В принципе, НЛДшку не пробивается. Вроде как по поводу башни я не знаю. Он так впереди выглядит. У него всякие склончики. Непонятный, куда пробивать. Вот первый раз, когда я увидел, я не знал просто, куда его пробивать, из-за этого я сливался. В первых боях не понимал. Потом вроде разобрался и все пошло. Тем временем уже 2600 урона, потом забирает гуся, 2700. Тигр П вылазит, хочет ему дать тычку. Не пробивает. Не хватает пока до пробития, либо стреляет туда, куда не пробил. Но когда у Тигра П быстрее, возможно, он пробивает конкретно. Нет, его спасает уже пылающий. Тем временем 3200. Сушка на горизонте, нужно отстреливаться по сушке. Нужно ее забирать. Снаряд не проходит. Это печально, это печально. Кто это понимает, отстреливает 185 урона? Возможно, это отстреливает тайп у нас, да? 58 вроде как, да? Да, возможно, тайп 58. Либо 64. Опять он что-то не попадает, странно. Очень странно. Почему он не попадает? Что-то его пушка подставляет, да? Ну, разброс такой приличный все-таки у него на пушке. Среднячок такой, опа, попадает. Ну, это как обычно, в принципе, сушка вся у нас серая, но ты попадешь именно в орудие, либо куда-нибудь туда в пиксель, куда не пробьешь. Это, в принципе, стандарт. Есть такое. Тут он наносит 431 урон, 3600 нанес. Полностью он ее не добрал, конечно. Нет, это был не тайп, это у нас был 64-й, тайп 58 у нас АФК получается. Да, на полэкран разброс все-таки все равно. Ну, в принципе, если был бы еще тайп 58, они, возможно, бы и проиграли. 4000 урона он нанес. 4000 урона нанес, в принципе, на 7 уровне, это превосходно. На Ликане я не играл. Войны ему, кстати, да, не дали. Войны ему не дали, на Ликане я не играл. В принципе... 4000 на 7 уровне, это превосходно. Да, получил он мастера, калибр, косу, а не бронебойщик. Чем-то я путаю с косой. Напоминает она мне косу. Так, ага, 4600, 3600 он получает с опыта. 2400 это, а ну это с премом, да? 76000 нафармил. В принципе, ничего сверхъестественного нету в этом бою, но... 4000 на 7 уровне, это превосходно на Ликане, да? Пишите в комментариях, как думаете, можно ли каждый бой наносить 4000 на Ликане?
и какой средний урон у вас на Ликане, если у вас присутствует этот танк. Всем спасибо, ребят, за просмотр. Ставим лайки, комментируем. Всем пока-пока. Увидимся еще.